говорим о том, что, в общем-то, я рассказывал в экспедиции, и то, что, по сути своей, должно было давно заинтересовать ученых, но не заинтересовало. И у нас в следующем году с вами будет целый курс изобретательской психологии, то есть мы будем изучать психологию изобретений, психологию открытий, научных, в рамках методологии науки, в рамках философии, как бы. И это вот дисциплина на стыке наук, науки философии и науки психологии, как бы, где мы будем говорить об изобретательстве, о том, как ученые совершают научные, как бы, открытия. Ну, для этого уже подобрали огромное количество материала, и есть и статьи, и на что ссылаться, и огромное количество, так сказать, примеров. Так вот, я в двух словах напомню, о чем идет речь. Оказывается, у психики существует некий механизм, который позволяет вынимать из себя определенные изобретения. Мало того, он еще позволяет из внешнего мира методом компиляции вынимать определенные вещи и тоже создавать изобретения. То есть у психики еще и такие механизмы. И здесь это очень ярко, как бы, показано на этом рисунке, что модель Яковлевская, вот это вот коромысло, дополнено двумя другими компонентами, изнутри наружу механизм и вовне при помощи механизма синтез, да? Скручиваем что-то, появляется новая, как бы, конструкция. Обратите внимание, что когда, если я применю инструмент, ну, к этому всему, то обратите внимание, что умею будет один. Единица. Просто чуть разверну руку. Это единица. Могу сделать двойка. Знаю тройка. И, соответственно, помню четверка. Вот теперь круг начертен верно. Теперь мы можем увидеть модель психики в сборе. Обратите внимание, что умею x. А как нам проверить с вами, правильно или неправильно мы нарисовали модель психики? Нельзя дать эту модель психики, если не подвергнуть ее серьезнейшей проверке. Лучше, чем метрами глубинной психологии, ну, проверить нечего. Давайте попробуем. Итак, давайте посмотрим. Когда я говорю «могу сделать», помните? Это Леопольд Соник. Психология бабушки. Леопольд Соник как раз всю жизнь и занимался, могу сделать. То есть побуждением. Что нас побуждает? Да? Мэтр Фрейд всю жизнь занимался полным. Что такое психоанализ? Анализ воспоминаний. Ну и Мэтр Юнг всю жизнь занимался знанием. Это как 72 программных тома. Библиотека. То есть, если бы труды Юнга мы с вами, так сказать, расположили в этой комнате, то все эти стены были бы заставлены трудами. И это 72 программных тома, то есть, когда показывали юнгианскую библиотеку, вот когда все, то есть, это приблизительно вот такой зал, вот полки до самого верха, и все заставлены. Вот столько. Мэтр Юнг написал за, по-моему, 60 лет, да, в профессиональной практике. 72 программных тома. Ни один ученый в мире столько не написал, сколько Мэтр Юнг. А сколько лекций прочитал Мэтр Юнг? У него же есть курсы лекций отдельные, которые даже не в книге не сведены. Они на магнитные носители записаны. Их сейчас только расшифровывают, вот это юнгианское сообщество, да, Сергеевич? Только расшифровывают, вот сейчас публикуют на английском, а потом, ведь вы, если вы знаете, у меня вся юнгианская библиотека на английском языке есть, а на русском очень ограниченное количество. То есть даже третье на русский язык не переведено в юнгианской библиотеке. Правильно, Сергеевич? К сожалению, да. Даже третье не переведено. То есть то, что у нас огромное количество книг Юнга переведено, но по сравнению с тем, что Юнг сделал за жизнь, только треть, ну, почти треть переведено. Основные работы, я бы сказал так. Основные, самые знаменитые труды, я бы так сказал. И то, это ж кто оценивал? Типография самая знаменитая?
Может, например, Александру Николаевичу хотелось бы другой труд почитать. То есть на английском языке есть все. А кто же занимался умею? Никто. Обидите. Кроме Попова Яковлева, никто не занимался умею. Вот Попов с Яковлевым занимались как раз умею. И поэтому эта X-система, она что? Отставлена в сторону. И хоть они доктора наук, академики, военных наук и так далее и тому подобное, эти люди всю жизнь за занавеской находились. Потому что, видите, психика, она имеет четыре точки опоры, а мы имеем дело только с тремя глубинной психологии. И вот эта модель как бы психики, она вот на ваш суд как бы представлена здесь впервые. То есть, по сути своей, я написал статью, как вы понимаете, в журнал, в Скопусовский. Она выйдет в следующем году о парности факторов в сонде. Откуда парность факторов? Она заложена изначально в природу психики как бы человека. Ребенок имеет только два фактора. То есть, если вы посмотрите на схему, то есть помню и могу вот это сделать. То есть любой ребенок считает, что он может сделать, он пропомнит, даже он про память даже ничего не знает. Он, по сути, а на самом деле, если его классифицировать или каким-то образом пытаться описать, то он помнит. Дети очень хорошо помнят, у детей очень хорошая память, как губка. Они же родители как на магнитофон записывают. Вот все педагоги говорят, что, по сути, они, память у ребенка очень чувствительная и пластичная. То есть он запоминает все. Чем старше человек, тем хуже память. Это тенденция. В автоматическом режиме, чем старше человек, и потом это все заканчивается склерозом. Да, в конце, как бы, уже в старости. Хотя многие люди ясность памяти сохраняли и длительный промежуток времени, и почти до смерти. Такие случаи. Но общая тенденция, современные науки говорят, чем моложе человек, тем лучше у него память. Чем старше человек, тем хуже. Общая тенденция описывается, ее описывает таким способом. И поэтому получается, что, по сути, ребенок от старика отличается только что? Вот этими двумя как бы, категориями. То есть как бы, у него хуже память, и он не способен на какие-то как бы, действия. Понятно, что у старика опыт, ну, типа знания их больше и умений больше, но при этом помню и могу сделать, все угасает, угасает, угасает. У ребенка наоборот, нет ни знаний, ни умений, зато у него есть память, которая запоминает все, просто как компьютер, как бы, и решимость, детская решимость, детский максимализм, да, мы говорим о детском, детская решимость, детский максимализм, который говорит, я добьюсь в жизни всего, откуда ты знаешь, ты первый? Просто мне так кажется. И вот, обратите внимание, изначально, по сути, если мы возьмем преступника, да, то преступник идентичен ребенку. То есть он не вырос, не смог из животного превратиться как бы в человека. Вот собака, у нее есть память и решимость. У собаки. То есть вас укусить, понимаете? То есть, но при этом у нее ни умений нет, ни знаний нет. И обратите внимание, для того, чтобы собака чего-то научилась, ее нужно долго дрессировать. Очень длительный промежуток времени. То есть они у Дурова даже на задних лапах ходили, понимаете? Но это требует длительного процесса дрессировки. А вот просто собака Дурова, у нее очень хорошая память, он знает, что ты ему должен. Блинчик. Да. И у него есть решимость отобрать у тебя этот блинчик. Он будет стоять тебе, бить лапой, пока ты этот блинчик не отдашь, понимаете? Понимаешь? То есть у любого животного существует и решимость, и память определенная, основанная на инстинктах, на прочих как бы, вещах, на каких-то компиляциях. Но не существует умений и знаний. И человека делает человеком именно знание и умение. Потому что иначе мы от животных в психологическом плане ничем не отличаемся. То есть животное не может знать именно потому, что оно животное, а не человек. Но может уметь. То есть, посмотрите, основная категория Юнга,
она по сути, почему мы говорим об индивидуации? Потому что она и делает человека, то есть индивидуация делает животным человека. То есть это путь от животного до человека с большой буквы Ч. Вот она индивидуация Юнга. То есть некая вертикальная рабочая процедура, которая создает вот эту личность, ну, самость. То есть и поэтому, видите, только категория «знаю» отличает человека от животного. Животное можно надрессировать. Да, оно не может уметь то, что умеет человек. Но оно разговаривать не умеет, как бы, и так далее. Но надрессировать его можно. У него есть решимость, у животного. Они кидаются на ножи, на пистолеты, служебные собаки, ну, никаких проблем. Решимость у него есть. И страх отсутствует полностью. Потому что оно животное. А память у животного достаточно. Вот есть коты злопамятные, да, которые могут укусить, подойти как бы за ногу. У них с памятью все в порядке. Я с запоминанием, не с самой памятью, а с запоминанием. Потому что животная память не равно человеческой машинной памяти. Это разные две вещи. Но, по сути, а вот знаю, категория знаю, это отличает человека от животного. Видите? Но у ребенка только два фактора. Фактор «могу сделать» и фактор «помню». И вот эта парность, она и создает пары побуждений.